맞춰야 해. красивые, а? Как бы мой инстаграм заждался вас, так что, ну, вы поняли, да? Коко Баб. 7 месяцев прошло с их последнего релиза, и думаю, многие фанаты очень сильно соскучились по своим мальчикам. И вот, наконец-то, они вернулись! Yeah, baby! Коко Боб – это энергичный поп-регги, который включает в себя ритмичный звук гитары регги и басовое звучание. Примечательно, что Экзо пробовали себя в регги, музыкальном жанре, который обычно рассматривается как жанр летнего времени, в то время как SM Entertainment уверена, что песня является самой уникальной, которую когда-либо выпускала группа. Уже не секрет, что Экзо – одна из самых популярных кей-поп-групп современности, и им уже не нужно делать что-то такое, чтобы их заметили. Тем не менее, парни решили принять новый вызов. Чен Чаньёль и Бакён приняли участие в написании лирики для Коко Боб. Конечно, участники EXO уже не в первый раз принимают участие в написании песен для своих альбомов, но примечательно то, что они расширили свое участие в этом процессе. Для певцов вовсе не обязательно самим писать песни. Есть много отличных певцов, которые не занимаются написанием лирики и музыки. Тем не менее, это могло бы стать сильным оружием, потому что собственные песни придают индивидуальность и выделяют среди других исполнителей. Ах да, еще одна такая новость, что наконец-то у группы появились официальные странички ВКонтакте, хотел сказать. ВКонтакте? Да ладно, их никогда там не будет. В Твиттере, Инстаграме, Вейбо. Фанаты очень этому обрадовались, потому что у многих групп есть вот эти социальные сети, а у мальчиков этих не было, и теперь наконец-то и у них есть. Ссылки на аккаунты я оставлю в описании. Скорее иди подписывайся, если ты еще не подписался. Коко Баб. Ну а теперь поговорим о клипе. Я могу сказать только одно. Это шедевр! Все. Коко Баб. К сожалению, в этом клипе не красовался Лэй из-за своего графика в Китае. Поэтому этот альбом будет продвигать 8 парней. Агентство сообщило, у Лэй есть свой индивидуальный график в Китае, который был утвержден уже давно. Это огорчает, но переговорив с ним и обсудив все детали, мы решили, что он не сможет участвовать в промоушене нового альбома. Лэй тоже очень огорчен этим вынужденным решением. Также добавил, что Лэй не хотел разочаровывать поклонников. Коко Баб. Эта мелодия въелась мне еще с самого первого тизера, когда выпускали видео с каждым участником, с каждым разом все больше и больше хотелось увидеть этот клип. По-моему, это их самый лучший дебют, мне еще ни один их так дебют не нравился, как этот. Так как это новый формат типа реакции, называйте это как хотите, тут мы будем рассматривать всякие мелочи. Это фишки с их логотипом? А это случайно не отсылка к клипу Лото? Я такой деловой! Я когда увидела промо с Каем, я не ожидала, что ему нацепят дреды. Стоп! Теперь это выглядит как конфета. Значит, я ошиблась, это не фишка, ну ладно. Время попить чайку с сахарком. Нет, с конфеткой. Так, стоп! Сильно красивые. Я ж могу уши не выдержать же. Вы там полегче, окей? Это шо за Юра Шатунов? Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Ну чё, реально же похож. Ну только корейская версия. Коко Баб. I think I like it. Kinjang down down. Покуромайко.
На этих фотках Доша как наркоман, вот честно. Слишком много кадров, я не успеваю ничего разглядеть. И чё машина-то взлетела, а? Лицо, когда устал искать смысл в кей-поп-клипах. Кай в этом кадре очень красивый, а еще он похож на негра. Получается красивый негр. Смешно? Какие глазены, красивый кадр. Вот что я тут делаю? Вот что я тут делаю? Додо, как всегда, лицо на пафосе. Воу-воу, Сухо, потише, потише. А ты вообще у нас подумал, чтобы быть таким красивым, а? Я просто улетаю в космос, когда слышу этот звук. Шо вы со мной сделали? А как меняются кадры под эту музыку. Так, давайте еще раз глянем этот шикарный момент. Блин, ну Сими, ну серьезно, все, я больше не могу смотреть на этих красавчиков. Все, ребят, расходимся, реакция заканчивается. Ну кого я обманываю? Продолжаем. Сухунчик на вампира похож. Или это только мне так кажется? Капец, мне нравится цвет волос Чана, прям мой любимый цвет. А как он прекрасно выглядит на этих фото, все слишком шикарно. Какая лапочка. Конечно, Бэк интересно выглядит с этими волосами, что-то новенькое или старенькое. Белые розы. Боже, я обожаю этот припев. Так, все, срочно ставлю себе его на звонок. Это кайф, кайф. А этот момент мне что-то напомнил момент с Ви из японской версии «Кровь, пот и слезы». Нет, ну точно под кайфом. Не, ну я говорила, что это конфета. И мне кажется, непростая. Ну вы поняли, какая. А это вообще не знаю, как объяснить. Дио, то с веснушками, то без, но с веснушками он очень миленький такой, но все же тот же наркоман. О, улыбнулся. Шок-контент, Дио улыбнулся. Че? Он что, бургерами управляет? Или это такие гирлянды? А может это голограмма? Ай, блин, зачем вообще я смысл ищу? Скажите, пожалуйста. Коко-баб. Ой, ну это лого в конце в виде листочков. Меня очень сильно забавляет, когда я первый раз посмотрела, увидела его. Такая, это что, травка, что ли? Ну да, травка, намек, да? Последнее время что-то слишком много наркомании в видео. Я хочу перед вами быть честна, поэтому скажу честно. Клип мне не понравился. Вот что-то в нем не так. Да шутка, шутка!
только дизлайк не ставьте, пожалуйста. Эй, Дис, убери! Ребят, ну что я могу сказать? Вы все прекрасно сами видели и слышали. Мне очень сильно понравился этот клип. Абсолютно все понравилось. Особенно первый припев. Вот эта подборка кадров, она просто шикарная. И хоряга на припеве тоже. Ништяк просто. У каждого персонажа в этом клипе есть своя изюминка. Но мои самые любимые — это Чан Йоль, Бэк Хён и Дио. А вы спросите, почему? Чан — шикарный цвет волос. Бэк — Юра Шатунов. И Доша — наркоман. Но на этом видео не заканчивается. Вчера ВКонтакте я Ништяков попросила написать впечатление об этом клипе. И вот самые лучшие комментарии. Не спала всю ночь ради камбэка. Когда я включила этот клип, я чисто вылупила глаза, открыла рот и смотрела на экран. Это было слишком странно и слишком идеально. Сюмин и Сэхун немного поразили. В общем, я в шоке. Я почти умерла от шикарности, но пришлось выйти из гробика и ждать хорягу. Как по мне, так этот клип вообще ни с чем не сравним. Прям другая вселенная. Ах, и сцена с Сэхуном и Сюмином удивила. Объясню все мое состояние этими двумя картинками. Пойду еще разок посмотрю. Югён передал все в двух словах. Просто СМ обкурились, и Экса тоже, и они решили снять что-то типа такого, и еще сделали Сюмином и Сэхуна парочкой. А я хочу кое-что спросить у СМ, пожалуйста, дайте мне то, что вы даете Экзо. Я тоже хочу попробовать и ощутить прелесть этого всего. Они не курили наркоту, они, блин, мед пили, мед! Который лился из облачка. Бэкён похож на сутенера из 80-х, а Кай на американского наркодилера. Наверное, Эксо понравилась та наркота, которая была в клипе BTS. И они тоже решили попробовать. Только сакральный смысл в клипе запихнуть забыли. А вообще клип понравился. Необычная мелодия, то, что нужно для лета. Картинка красивая, глаз радует. Ништяки, я прекрасно вас понимаю, потому что со мной происходит то же самое, что и с вами. Успокоились. Тише. Все в порядке. Думаю, вы поняли, что я теперь буду снимать именно такие видео вместо реакции. Потому что мне кажется, что это видео намного лучше, чем просто обычная реакция. А кто боится, что больше не увидит Яна? Так вот, вы зря, вы там не волнуйтесь. У нас такая есть мини-рубрика «Мнение эксперта» в кавычках. Вообще, что я думаю? Вообще-то тут налицо оскорбление Боба Марли. Если вы не знаете, кто это такой, то загуглите. И пропаганда, жесткая пропаганда наркотиков. Котиков. Коти, я как дилер и наркотик. Это что такое? Вот знаете, внезапно, вот ни с того ни с сего, Экзо решили перейти на наркоту. Просто так. Что насчет целого альбома? Мне понравилось только две песни из альбома. Это вот эта заглавная. Она просто шикарная. Ку-ку-бум. И песня, вот так она называется. Вот, она тоже мне понравилась. Очень прикольная мелодия. Но остальные я так слушала, ну, пока ничего не зацепило. Но буду переслушивать, может, что-то и зацепит. Обязательно напиши в комментариях, какая из альбома песня тебе очень сильно понравилась. Строчим. И на этом я буду закругляться. Если вам понравилось это видео, то, думаю, ты знаешь, что надо делать. И еще, ништяки, всегда держите меня в курсах новых клипов. Скидывайте мне в личные сообщения, я буду просматривать. Если меня прям как зацепит песенка, клип, то я обязательно сниму подобное видео. Ну а с вами была ваша Лиса Ран. Не забудь подписываться на мой инстаграм и смотри там, не дозанись, когда смотришь клипы Эксо. Пока. Хорошее пожелание, конечно. А что это значит «дозанись»?
ну, типа, не умри, а под передозировки просмотров клипа. Расшифровка вам такая вот в конце. А то вы, наверное, там ничего не поняли, так что я ляпнула. Ну вот, вам сразу расшифровку сделала. Все, ладно, пока.